Пришел сегодня, и особенно тех, кто еще не до конца вернулся к нам, а таковые тоже сегодня здесь есть, а те, у кого еще есть проблемы, которые мы сегодня здесь обсуждаем, и я хотел бы в первую очередь сказать им, ну, как человек, который принадлежит к поколению выживших, потому что, дай бог, 10% моего поколения осталось живых в 90-е, и я знаю, как выкарабкиваться из этой ямы не понаслышке. У меня у самого многие годы за плечами наркозависимости в прошлом. И я хочу к этим людям обратиться в первую очередь. Я хочу им сказать, что мы их ждем, что мы их не отрицаем, никуда не отодвигаем от себя. Они не изгои. Мы ждем, что они вернутся к нам, потому что каждый из них — это огромная вселенная.
Это огромные возможности, знания, искры в сердце. И мы хотим, чтобы каждый из них вернулся к нам сюда и встал рядом с нами в этом бою за свет.